возросло количество обращений по поводу ОРВИ и по поводу контактов по ковиду. Значит, на что обращаем внимание? На контакты непосредственные с больным человеком должны находиться в изоляции. Они должны находиться дома. Сейчас Роспотребнадзор выдает постановление контактам. Лица, которые находятся дома, они получают эти постановления в течение положенного времени. Иногда это задерживается, потому что большое количество заболевших. Не надо переживать. Медицинский мониторинг по телефону осуществляется по месту прикрепления. Листки нетрудоспособности выдаются в соответствии с законодательством и клиническими рекомендациями по коронавирусной инфекции.